Таганрог – город в Ростовской области, порт на берегу Азовского моря, на берегу Таганрогского залива, в 70 километрах от областного центра города Ростова-на-Дону, образует муниципальное образование город Таганрог со статусом городского округа. Основан Петром I в 1698 году. Таганрог стал первой военно-морской базой России, первым российским портом на открытом морском побережье и первым в России городом, построенным по регулярному плану. Входит в список исторических поселений России. Население – 250 287, чел. 2017. В Таганроге проживает около 100 национальностей. Самые крупные диаспоры – греческая, еврейская и армянская. 3 ноября 2011 года городу присвоено почетное звание «Город воинской славы», а в декабре 2015 года Банк России в серии монет «Города воинской славы» выпустил монету, посвященную Таганрогу. 8 мая 2015 года состоялось торжественное открытие стелы «Город воинской славы».